друзья, многие из вас пишут, да не разъясняй ты им, чего ты объясняешь, они все равно тупоголовые, типа не понимают, там, что, блин, тратить свои нервы. Так, ребятки, я вам скажу, это мой аккаунт, и надо, чтобы он работал, нужно, чтобы был движ. Движ, естественно, мы создаем ответами на всяческие комментарии. С большего для того, чтобы люди, я надеюсь все-таки, что какой-то процент людей после каких-то моих ответов на комментарии, возможно, поменяют свое мнение. Может быть, просто не осведомлены, либо были не в курсе. И когда вот где-то разъясняешь человеку, ни в коем случае не оправдываясь, потому что я не оправдываюсь никогда. А разъяснить, я считаю, что это мое обязательство, так как мы на всеобщем обозрении. И где-то, может быть, человек какой-то городской и абсолютно не в курсе, а высказал свое мнение, может быть, не тактично, либо неграмотно, не зная, что этим, ну, нанес какой-то там моральный, грубо говоря, там какой-то вред человеку. Так вот, я попытаюсь разъяснять, чтобы, ну, догоняли больше. Ну, кто не догоняет, не догоняет. На хорошие комментарии спасибо вам большое. Их так тоже много. Но я на них не отвечаю, потому что адекватные люди понимают друга без слов. То есть не нужно даже ничего говорить. А многим надо разъяснить, чтобы они также стали адекватными людьми.